Короче, у меня для вас сегодня видео с неоднозначным характером. Там, ну, как бы вам это так помягче рассказать, происходит эффект сосания. Короче, скажу как есть. Он кричит, но его заставляют сосать дальше. Смотреть онлайн без регистрации. Да, это пылесос, который вот, ну, очень боится щелей. Только не щелки. Ненавижу щелки. Я же гелисос. Ну, пылесос гей. А в конце ролика появляется сам автор гениальной идеи пылесосить двери шкафа, и он еще так сурово выглядит, ну такой типа, и так будет с каждым. Ну, хорошо, хоть это человек, а не там, не знаю, какие-нибудь чудища. О, закрысил все пузеблинчики! А, сука! А мы будем пихать в тебя свои пузи-писюны! Я тоже, честно говоря, когда читаю, что за говно в комментариях под видео пишут, немножечко делаю вот. Но давайте же чисто ради правды разберемся, почему на самом деле кричит этот пылесос. Ну блин, ну нет у меня шапки Шерлока Холмса, ну вот приходится импровизировать. Итак, начнем разбираться, что же такое стрёмное увидел пылесос в щели. Я все понял. Я разгадал эту загадку. Это элементарно, мой дорогой зритель. Пылесос увидел щели. Твое будущее. Да, тут пустота. Кромешная и холодная пустота. Я же говорил, твое будущее. Интересно, а какие звуки будет издавать пылесос, если пропылесосить нашего Ченнинга? Ничего особенного, ну ладно, что-то мешок забилось. И это хорошо. Спасибо за 19, Ксандр, за то, что прислал нам этот видос. Ты молодец. Если кто-то скажет, что ты не молодец, то знай, что это не так, и они не правы. Можешь даже вот вырезать этот кусок из видео и показывать им, что ты молодец, что я говорю, что ты молодец, тем, кто говорит, что ты не молодец. Вот, смотри, Z19, Ксандр, молодец. Пока, я Стас Давыдов. Подписывайтесь, покупайте футболки в zillashop.com, ставьте лайк этому видео. Вам не сложно? Мне приятно. А это сиськи в конце.